Здрасте. Что, уже здрасте? Да. Ну, значит, здравствуйте, амфибийная лаборатория, да? Очередная попытка с литориями. Вроде бы у нас они стали, наконец, толстые. Наши красивые пятнистые литории, самец начинает покрикивать. Сделали дождевальную камеру, соответственно, и смотрим. Самец он мешок набрал, мозоли у него вовсю. А, покажи, как выглядят мозоли. Мозоли выглядят... Давай на свет тогда. Ага. Вот здесь посветлее, да. И смотрим мозоли. Вот, чтобы все понимали, мозоли на больших пальцах выглядят вот так, черные. Вот эти коричневые пятна. Вот это мозоли у самца, у активного самца. А как выглядит самка, как отличается от самца? Самка, вот у меня их уже двое в руках, боже, тяжелее будет. Красавцы. Вот смотрим на самку. Она с икрой видна. Вот, розовенькая, ничего нет там. Ну, она больше. Она больше, она набита икрой. Угу. Поэтому страхуем их, аккуратно несем. Боже, какие же они красивые, просто божественные. Глаз не оторвать. Тьфу-тьфу. И пошли в дождь. Оп, молодец, поплыл. Девушка, тебе садимся. Вода теплая. Древушка стоит, дождь идет. Все прекрасно. Ах, какая она жирненькая. Жирненькая, ей пора. Ну, поменьше, не настолько жирненькая. Ну, удачи ребятам. Будем держать всех в курсе, ну, что получится. Посмотрим, что выйдет, да. Ну, два дня дождя, игр температурами не принесли большого результата. Самец наш пестрый, яркий, красивый, несколько раз квакнул и отказался садиться на самку. Вернее, попробовал, потом сказал: старенький я, тяжело. Пришлось подсадить молодого. Молодой сидит в амплексусе, но самка, несмотря на то, что толстая, пока ничего не дает. Будем ждать. Посмотрим. Ура! Женя выгнал этого самца, этого дерзкого зеленого юнца, и посадил настоящего мужчину. И она отметалась с ним. Такая красота. Ну, он сказал, что отметалась. Я не вижу, потому что мутновата вода. Но, видимо, вот эти вот мутные плевочки – это метка. Совершенно невозможно оценить степень оплодности, но мы будем надеяться и верить.
Ура! Пятнистый лепторий! Подвел нас дедуля. Прошло двое суток. Икра не развелась вообще. Та-дам! С молодой самкой он тоже отнерестился. Когда икра не оплодна, из нее ничего не развивается. Блин. Вторая кладка то же самое. Он так раззадорился, сказал, дайте мне еще одну женщину. Дали еще одну женщину, молодую. Не цветную. Она отложилась. Состояние икры непонятно. В общем, как итог, дедушка внезапно приободрился в последний момент. Сказал, что он готов еще размножаться. Сел в амблексус с молодой самкой, отметался с ней. Но знаешь, по прогнанию скажу, что молодой самец, который его стимулировал все это время, другой, неморфный, уже забил на тот момент на все. Его запал размноженческий пропал. И вот дедушка не справился с задачей. Ни морфная самка, ни зеленая не выметали нормальную икру. Ну, вернее, может, они-то выметали и нормальную икру. Но, к сожалению, дедуля ее не оплодотворил. Сложно бывает понять, почему так произошло, но просто иногда так бывает. Иногда вот все делаешь как надо, а разведение амфибий все равно не заканчивается успехом. И это бывает чаще, чем можно себе предположить. Поэтому, чтобы никто не думал, что все так просто, в очередной раз выкладываем и ролик с неудачным разведением тоже, потому что вот всякое бывает, к сожалению. Видели когда-нибудь рот молодого головастика Тилодерма кортикали? Посмотрите. Это очень странная Тилодерма, и молодой головастик у нее тоже отличается от других Тилодерм. Немножко другой. Вот такой у него смешной рот. Потом сглаживается, становится кругленьким, как у всех. Да, они снова у нас начали размножаться, тьфу-тьфу, но пока что очень-очень плохо. Очень плохие оплоды идут. Все это потихонечку. Я надеюсь, мы восстановим свою группу. Это все-таки одна из любимых и нами, и всеми, я думаю, видов Тилодерм. Тот самый лишайский, похожий на кусочек мха. Ясноножек.